У Раисы Брониславовны проблема серьезная. В 2012-м ей неправильно начисляли пенсию. Положенные добавки давали позже или вообще не давали. В итоге пожилая женщина получала меньше, чем должна была. Здесь 922 рубля пенсии. Хотя Петрович отвечает, что по начислению базовой дает расклад, сколько конкретно Щербинерс. То здесь действительно получается 1055 плюс 165 плюс 100. Я обратилась в горсобес, в 10-й кабинет, главному бухгалтеру, экономисту. Вот. Она мне сказала, она когда проверила все, и говорит, да, вам не додают. Она сама лично мне сказала. С этой проблемой глава города пообещал разобраться, равно как и с той, что возникла у жителей кооперативного дома по улице 8 марта 4. Во время строительства гаражей мусорная площадка была перенесена, но не оборудована как надо. Нет подъездных путей, не перенесена белевая площадка, машина не может развернуться и загрузить мусор. Поэтому нам приходится дважды платить за вывоз ТБО. Один раз по количеству прописанных, а второй раз за каждый вывоз, мы за погрузку, за разгрузку, мы за все эти дополнительные деньги тоже собираем с людей и оплачиваем. Текущие трубы, отвод и выделение земельных участков, жалобы на решение судов. На прием к главе горожане приходят с разными вопросами. Но сам он признается, тяжелее всего решать те, что связаны не с юридическими проволочками, а с отношениями между людьми. Это жалобы друг на друга в 20 сантиметрах земли, это отношения между соседями в общих тамбурах, разделение, выделение, отделение. Это вопросы перепланировок. Это наиболее такие вопросы, которые сложны в своем решении. В остальном же, по словам Юрия Гервозюка, все возникающие вопросы рано или поздно удается успешно решать. Юлия Горлова, Олег Бахчеван, Первый Приднестровский.